Три недели остается до детского Евровидения. Наша представительница Хелена Мирае активно готовится к выступлению на 15-м песенном конкурсе. В каких нарядах Хелена выступит на Евронеделе, когда состоятся проводы нашего делегата на конкурс в Грузию? Подробности у Инны Пелевич. На каждый выход в свет новый образ. Чтобы уместить весь евровизионный гардероб, Хелене Мирае понадобится несколько чемоданов. Специально для юной артистки дизайнер Валерия Неборская разработала коллекцию одежды. Всего 10 комплектов. Сейчас совершенствуют наряд для красной ковровой дорожки. На церемонии открытия конкурса исполнительница появится в брючном наряде с эффектом деграде. Это плавный переход от темного к светлому цвету. Но образ, в котором артистка предстанет на сцене, пока в секрете. Это будет брючный комплект. Мы решили не использовать платьев, юбок для Хелены. На наш взгляд, это наиболее сочетается с ее песней и в целом с образом. Мягче руки. Не только петь вживую, но и двигаться. К выходу в евровизионный эфир наша представительница готовится с хореографом. Постановщик намеренно отказался от балета. На сцене только вокалистка. Все внимание публики лишь ей. Поэтому каждое движение исполнительница тщательно прорабатывает с профессионалом. Мы не делали акцент на то, чтобы там выучить каждую секунду, чтобы это выглядело там, как будто она вышла и сделала заготовленную хореографию. Нет. Поскольку она одна на сцене, и это должно смотреться как... Из нее как будто это идет, это ее ощущения какие-то, отталкивается от музыки, от песни. Хореографией я занимаюсь где-то 2-3 раза в неделю, но особо такой прям глобальной задачи у меня нет, просто показать то, что накопилось, так скажем, всю свою энергию выплеснуть в зал и порадовать не только себя, но и, конечно же, зрителей. С уроков хореографии на занятия по английскому языку, актерскому мастерству и, конечно, вокалу. Только вот конкурсную песню «Я самая» не прогоняют. На короткий срок юной артистке позволено отдохнуть от раскрученной такой востребованной композиции. Голос Хелены пока тренирует хитами мировой эстрады. Несмотря на осенние каникулы, график артистки расписан по часам. Даже некогда заглянуть в соцсети и пообщаться с поклонниками. А ведь ей пишут уже как хозяйки следующих песенных евроигр. В отличие от взрослого конкурса, столицу детского выбирает Европейский вещательный союз. В 2018-м шоу принимает Минск. В четверг поклонники и артисты соберутся на проводах Хелены Мирае в Грузию. На вечеринке юную исполнительницу поддержат песни Лариса Грибалева, Кирилл Ермаков, Анастасия Тиханович. Наш делегат отправится в Тбилиси покорять детское Евровидение уже 14 ноября. Инна Пелевич, Владимир Тиханович, агентство Теленовостей.